Недостаточно быть хорошим игроком. Надо еще хорошо играть. Зигберт Тараш, гроссмейстер. Тихо, не дергайся. Тихо. О, мать моя женщина! Да не дергайся. Давай я тебе травку дам. Я должен быть нормально. Да ты будешь нормально. Нет, уже чистые мозги. И мозги будут чистые. Ну давай, долго там еще? Да нет, все уже. Тихо, не дергайся. Так, ложись обратно. Да. Они куда? Здесь. Еще они чуть-чуть. Уже здесь. Как? Они куда здесь. Ты? В аптеку метнулся? Ну. Смотрю, улицы перекрыты. Сюда, через пустырь еле доехал. Много их. Похоже, все. И менты, и гибоны, и чекисты. По любасу все. Так, мужики. А что здесь происходит? Да тихо ты. Вы говорили, хвоста нету. Не-не-не-не, я так работать не могу, не надо. Что ты нас дал? Что? Ты? Да, ребят, я клянусь, мужики, не я. Да я клянусь, но не я. Я не сдавал, ребята. Лех, я, кажется, кое-что видел. Значит, где-то должен быть источник сигнала. У меня нет ничего. Успокойся ты. Круглая тачка. Лех, ну ты что, она чистая. Ей неделя всего. А потом она с нами вообще никак не связана. Так, думаем еще. Может, мобил какая-то засвеченная. Проверяем, ребята. Лех, ну ты что, ну не маленький, выложили же все. Что за хрень? Передатчик? Это что? Это он мне подложил его. Слушай, ну если это передатчик, как они не нашли нас до сих пор? Понятно. Ты же бог, там, где наш кореш угнанные тачки отставит. И все экранировано, чтобы сигнал добивать. У них квадрат наш есть. Часом раньше, часом позже они здесь будут. Знаю я. Надо что-то думать, Леха. Ну, а как же я? Мы тебе компенсируем. Поверь, лучше без штанов на свободе, чем штанов за решеткой. Точно. Чего вы ржете? Вы не уйдете. У вас не получится. Ты рисковать боишься, потому что амеба. Именно поэтому ты в жизни тот, кто ты есть, а я тот, кто я есть. Уж я и амеба, но через 5 минут я еще жив буду, а вот вы навряд ли. Возможно. Боже мой, ну как это скучно. Ой, черт. Давай сюда, круглый.
Нахрена мы тачку-то не взяли, Леха? Дороги перекрыты, а так мы спрошмыгнем. А если нет? Если нет? Нахрена мы все это затеяли? Улыбайся, Круглый, улыбайся. Предъявите документы. А представился, ребят. А поздоровался. Ладно. Сами напросились. А вы не из наших? Мы из главка. Работаем по этому же делу. Нас просто не предупреждали, что здесь кто-то еще есть. Сами знаете, сколько на этой пятаке народу крутится. Ребят, у нас тут машина во дворах. Может, подбросите? А может, мы лучше сами? Ладно, садитесь. Вот, спасибо. Сейчас спалят по ориентировке. Сразу не спалили, значит, прокатит. Ориентировка новая, было что? Не, тоже описание. Ну и то, что ранен, сильно кровь теряет. Ну и фотки, конечно, пока не раздали. Вот там нас высадите. Ага, у нас здесь тачка удара. Спасибо, мужики. Да не за что. Не понимаю, как у тебя все время это получается. Не бойся рисковать. Никогда не бойся рисковать, Круглый. Стой. Алмич. Круглый. Что происходит? ФСБ, опустить оружие! Почему они были у вас в машине? Почему вы их выпустили? Да мы думали, это менты, у них силы были. Что происходит? Это он. Их двое, они побежали за гаражи. Быстро за ними! За ними, быстро! А? Машину! Открытый, видишь, Круглый? Ныряй туда, я их уведу. Ну, ты чего? Пошел, я эту херню заварил, не расхлебывай. Пошел! Ой, сука! Центр, вызывайте скорую.
стрелять в того. Он идет же! В машину! За ним! Страны. Я вас понял. Если он побежит, мы за ним. Я отвлеку его. Не дури. Сейчас у него патроны кончатся, тогда и возьмем. Я не смог посчитать, сколько выстрелов было. 6. Но это ничего не значит. У него может быть 15-зарядная берета. А, Андрюха, я так рад, реально, брат, а? Как ты? Молодой человек. А, вы меня перепутали с кем-то, я не Андрей. Нет? Нет, я вас не знаю. Ну, извини, брат, приди. Бывай. Алло? Это я. Круглый не объявлялся? Пришел 2 часа назад. Как ты? Он сказал... Потом. Дай ему трубку. Леш. Ну что, Демон, ты где? Да жуть. Всю ночь канализации лазал. Потом до утра в подвале одного дома отсиживался. Давай, говори адрес. Что, подъеду? Не надо полиции, отправь Нику. Адрес записывай. Такое смешное кино. Полночь в канализации мечтал о душе. Какие планы? Сейчас перекусим и вернемся и добьем этого чекиста. Не понял. Да шучу я, кругу шучу. Вижу, ты сейчас свою рожу. Не сейчас. Его время придет. Угу. У меня шанс был, я... И судьба? Тут и оно, что не судьба. А судьба лучше не спорить. Любит она его, не хочет она, чтобы он на тот свет отправился. Я смотрю, она и тебя, Лех, любит? Бесспорно. Но кого она любит больше, я пока выяснять не готов. Че это такое-то? Да, фильм один прикольный. Это комедия, но... А. Слышь, Лех, а ты Нике своей все рассказываешь? Ну, в смысле, то, что она в курсе наших дел, я, конечно, понимаю. Ну, а про то, что вчера было... Зачем спрашиваешь? Не понял. Что-то непонятного не понял. С какой целью интересуешься, как говорят на зоне? Ну, просто. Просто? Ты смотри, у меня просто. Если ты бабу завел и думаешь, что ей можно рассказать, а что нет... Люк, да ты чего? Ничего! Имей в виду, Круглый. Если будет что-то такое, узнаю, убью. Я ей доверяю на 100%, и она мне и тебе это доказала, что ей доверять можно. Я ей могу говорить все, ты никому ничего, понял?
Понял. Вот и славно. А вы знаете, что я сказал? А мне понравилось. Все, я не с вами согласен. Ну вот, и решите этот вопрос. Что пишут? О, фотка моя. Симпатичная, правда? Леш, не всегда не смешно. Смешно, смешно. Просто у нас с тобой чувство юмора разное. Ну, читай. Заявление официального представителя Федеральной службы безопасности. Подозреваемый в скором времени будет обезврежен. У нас есть сведения о его телефонных переговорах. Сейчас устанавливается, возможно, круг общения и местоположение. Леш. Тихо. Слушай, если они... Нет. Нет. Этого не может быть точно. Это блеф. Это обман. Зачем? Зачем? Как зачем? Чтобы спугнуть. Чтобы я попытался свалить из Москвы. Начал метаться. Они меня взяли по пути где-нибудь, если повезет. Ты? На все 100. Ну и все за собой почистили, не? Какой круг общения? Какие телефонные разговоры? Это бред какой-то. Потом где-то слышал, что ФБС об этом так официально заявляли. Кто там сообщил? Какой источник? Как сообщил официальный источник Федеральной службы безопасности. Ну вот, видишь, гон чистой воды. Ничего они не знают и знать не могут. Хорошо. Ну что? Что? Словам руководителя следовательной оперативной группы установлено, что подозреваемый есть маленький ребенок, который в данный момент находится с матерью. Их имена и фамилия установлены, ведется оперативная работа. Это кошка? Сестры. У Маринки? Леша, у меня одна сестра. Звони, я еду. Вечный как мир, где проходит души и злом. И нужно решать, кем быть и к чему стремиться. В мире забывшем стыд, где-то живет такой же, как ты. К цели спеша, он не может остановиться. Время пришло, теперь выбирай. Белое, черное, убежать или в битву ввязаться смело. Страшно, когда стоишь у черты, а за чертою такой же, как ты. Только с огнем в глазах его выбор стрел. И ты, любовь и смерть, вечный как мир, где от страсти легко сгореть. И нужно решать, с кем быть и чему отдаться. В мире, где правит страх, чувства сжигая в огне костра. Делая ход, ты поймешь, что устал бояться. Время пришло, теперь выбирай. Белое, черное, прочь убежать или в битву ввязаться смело. Страшно, когда стоишь у черты, а за чертою такой же, как ты. Только с огнем в глазах его выбор.